Салют, мальчужок и большушок. Пса, а какой бас, а? Что-то по стеклам бьет. Ай, красота. Поближе туда надо. Ну да, это что-то большое. Большой склад. Может, там магазин какой-то. Хороший магазин. Все. Не, еще блин. Оно вот затихает, а потом снова начинает. Уже это пару раз было такое. Следующая партия подгорает. Вот пошла, да, обратно. А, видишь, опять начал. Да уже не так. Ну это, видишь, туда правее ушло. Ну, как выгорает склад, так оно да, и бьет. Да. Так странно, что оно направлено вверх, все, видишь? Ну, там, наверное, стены какие-то есть. Так смотри, как бьет выше 16 этажки. Еще бьет, да? Выше, да, ты смотри, аж куда. Выше 16 этажки. Они, видать, смотри. Это... Смотри, смотри, что творится. Стволами вверх сложены. Ничего себе, быстрее. Угу. Красиво, но там сейчас людям на Радужном, наверное, полное. А машины себе представляешь? Да. Если оно там носится где-то по да, дворам. Да, да. А там автостоянка. Я там, когда я был? Сегодня был на Радужном. Да, сегодня утром. Еле заехал. Развернуться вообще. Только задним ходом выехать. Может, надо было задним ходом заезжать? Да. Кругового движения практически нет. Так и заставлено с двух сторон же машины. Да, заставлено. И, ну... Не, ну сейчас хоть там два выезда уже. Или два заезда. Батюш, смотри, сколько гремит уже. Уже 3 минуты только почти что это самое. Запись съемки, идет. Да. А ну, пока, ну, минут гремело, 10 пока... до того, как ты пришел записывать. Ну, минут, да. Уже а минуты... я с той стороны не мог понять, что за громыхание. Ну, это чинарик кто-то бросил. Молодцы, как устроили, а? Это же кто-то додумался в жилой квартал занести вот это столько этого дерьма. Да, это мозга много у человека. А где скорая, собственно? Ой, не скорая, а это самое. Пожарная еще туда. Ну, они если поедут, то по той стороне. Так кто там к нему сейчас будет подбираться? Оно надо кому-то. Пока не выстрелят, будут сидеть ждать. Я думал, что такое может быть только в Китае или в Индии. Смотри, у нас там. Так там Чайнатаун, наверное. А там точно, там Чайнатаун и есть. О, уже 3:40. Да, веселая картинка. Если не считать, что это довольно грустно для кого-то. Так я себе представляю, как его людям там. Ну да, это же оно колотится. Мало того, оно еще и горит, и оно где-то там какие-то повреждения наносит. Шина, конечно. Вот интересно, будет еще взрываться? Будет. Что за опять? О, хорошо, высоко. Смотри, как куда-то это. И высоко же, да. Специально, да? Вот 16 этажка рядом, вот так если проекцию взять, я думаю, это будет выше 16 этажки. Вон 16 этажка на углу стоит. А, влево. Это 24 этажа. Это 24 этажа. Корны да. Бабай, да? Да. Так, вот. Мало того, это же еще проекции получается. Да, 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 да. Не, ну выше 16 этажка ближе к нам стоит. Как ближе к нам стоит? 24 не, этажка. Не, не, я вот не справа. За 24 этажку, чем салют. Ну вон, чем салют, да, она стоит ближе к нему. Так оно выше 16 этажей. Да, я что-то думаю, это 24 этажа. Смотри, и опять с новой силой пошло. Она говорит, это там дом сдали, фейерверк. Я говорю, какой фейерверк? Уже, смотри, я уже 6-ю минуту снимаю. Эх, можно было успеть съездить, посмотреть. А машины? Машина моя в гараже. И моя в гараже. А, ладно, тогда поснимем.
красота отсюда, конечно, бесспорно. Ну, блин, жалко. А какую красивую там сейчас снимают с 24-этажки, а 16-этажки вообще радуется. А из радужного там полная радость. Там полные штаны радости. О, а вот смотри, какой едет. А, вез, что бито. Мазда, что ли? Lexus. Это нет, это... А по-моему, вот крыша, вот смотри, вот крыша накладывается. Нет, это не Мерс, это Lexus RX350. Да. Вон крыша от него отдельно. Нет, это крыша. А, то, наверное, крыша панорама. На... панорама, да. Нет, это крыша. То уже везут на ремонт, Дима, новую крышу. Ну, это все не бит, не крашен, потом да. Один хозяин. Девочка в институт ездила. Да, не прокурен салон. Да, салон не прокурен. Вторая машина в семье. Посмотри, 6 минут 30 секунд видео. Ух ты! Ничего себе, посмотри, как это, вот это взлетает. Да, я правда не уверен, вот что... еще. О, нифига себе, что я буду пересматривать это видео. Но... когда-нибудь. Да. Ого, это сейчас какое-то часто пошло вообще стрелять. Mm-hmm. Посмотри. Зачистил. Маленький, низенький, но зачистил. Это кролик какой-то. Пурпурный. Семь минут, все, отбой. У меня рука устала держать камеру. Хватит.